Мы будем продолжать нашу борьбу здесь, в Украине, с террористическим государством Россия, которое напало вероломно и подло. Мы будем продолжать до тех пор, пока мы живы, или до победы, я надеюсь, что... The world lost a brave and beautiful soul, but her loss will not be in vain. Вышли именно на заказчика, для меня это очень важно, принципиально. Ну и главное, конечно, что с Адамом все в порядке. Попало в голову, я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что остановилась. Я ее пытался показать первую помощь там, но ей в голову попали. Якщо ми, от саме ми люди, хтось з нас загине, хтось з нас просто помре, це нічого не змінить на самом ділі. Ми все одно переможемо, вільні народи переможуть.